Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Я решила вас поздравить с Новым годом через видео. Конечно, отчет Нового года уже начался, но все мы родом из детства, и перед общепринятым Новым годом у всех возникает особое новогоднее настроение. Все ждут чуда и перемен. Для меня этот год был очень особенным, потому что это был первый год, который я прожила осознанно во всем. В этом году было очень много открытий для меня, особенно в коридор затмений, который проходил в июле месяце, июль-август месяц, был для меня очень тяжелым периодом, и все последние мыльные пузыри, они все лопнули, все последние иллюзии, они все ушли. В этом году я нашла себя, я научилась говорить «нет» людям, потому что для меня это была реальная проблема. Я познакомилась с очень многими интересными людьми, которые принимали участие и продолжают принимать участие в развитии моей зеленой фермы. Жизнь прекрасна. Мне практически каждый день пишут люди, что я живу так, как они только мечтают. Я хочу вам пожелать в этом новом году осознанно принять решение, решиться изменить свою жизнь, потому что второго шанса ни у кого не будет. Жизнь скоротечна. Не тратьте свое драгоценное время на сомнения и свои страхи. Сделайте шаг навстречу своей мечте, и Вселенная обязательно вас поддержит. Я это точно знаю. Поздравляю вас с наступающим Новым годом!